Приветствую вас, дорогие друзья, микрофона, как всегда, Рамзес. Ребятки, возвращаемся в КС-очку, продолжаем играть на серии «Территория зомби», IP-шка, группа сервера, как всегда, в описании. Обязательно, кто хочет, заходите, играйте и, конечно же, покупайте привилегии. То есть, вот, цены на привилегии можете посмотреть, покупать через онлайн-сайт kshappy.ru, его также оставлю в описании. Так что, вот так вот. Давайте сразу же приступим к обзорчику, поиграем здесь немножко. Так, с броню, лимит брони 500, отлично. Так, с это все убегаем. Бегаем. Все гранатки выбрасываем. Подарочек сейчас подберем. Из подарка нам выпало 100 паков. Неплохо. Так, да, джетпак здесь есть. Отлично, здесь джетпак есть. Мы можем на джетпаке летать. То есть, это очень круто. Давайте вам ножи покажу. Так, джетпак тогда выбросим. Первый нож катаны. Скорость дают. Далее, пугало, снеговый прыжок. Сильный урон. Хаммер отброс. Это для простых игроков все ножи. Далее идут ножи, ребят, для привилегий. Бритва, двойной прыжок для випов. Вот такие вот бритвы, то есть получаются. Ух ты, здесь зомби, а мы здесь стоим с вами. Так, дальше лазерные для создателей. Вот такие вот мечи прикольные. И дальше лезвие из рук для королей. Так, за где они? Вот они. Ой, вот. Вот такие прикольные. Сейчас посмотрим, что они делают, ребят. Может, поджигают, может, урон бешеный. Так, о, да, замораживает. Вообще круто, прикольно. Так, окей, покупаем наш с вами джетпак. Ух ты, с подарочка выпало бесплатное оружие нам. Давайте мы завалим вот этого зомби. И будет все окей. Так, сзади, чтобы никто не подокрался. И все, сейчас, все будет, ребят. Так, ух ты, все, я понял, нам нужно убегать. Покупаем джетпак. И сейчас вот так зомби, опа, 1700, 1500. Найс, урон по 200, где-то по 200-300 хп. Вот такой вот, примерно, приблизительно, ребят. Так, давайте посмотрим меню привилегий. VIP-меню, взять броню, взять амо и возродиться можем, и взять антидот. Через меню админа кикнуть, забанить, голосовать, команда игрока и сменить карту. Через супер админ меню можем включить, выключить бесконечные патроны, также паки взять. И меню раздачи паков, управление зомби-модом, то есть вот это все дать по 1000 паков можем давать. То есть, ребята, это очень круто, давайте еще раз себе дадим. Кстати, забыл сказать, при покупке владельца и выше, то есть владелец на этом серверочке, ребят, стоит, сейчас я вам скажу. Так, владелец... При покупке от 200 рублей привилегий, ребят, вы получаете бесконечно амо-паки в подарок. То есть, ну это годно, ребят. То есть, вот так вот. Давайте дальше смотреть. Меню выдачи привилегий для владельцев. И вы сможете выдавать любому игроку привилегии. То есть, это тоже довольно-таки круто. Так, давайте дадим вот, к примеру, черный. Вот этому пареньку дали. Все, давайте зомби заморозим. Почему-то... А, нужно, наверное, перезарядиться или подождать несколько секунд. Ладно, ничего страшного. Давайте мы сейчас зажмем нашего с вами зомби. У нас, кстати, бесконечный патрон включен. Так что все, можно, можем не переживать. Сейчас мы его точно завалим. И все будет очень окей. Very, very good. Так, давайте. 500 хп, ё-моё, давай. Опа, и... Давай, сейчас мы на нож возьмем, отлично. Чё? В смысле? А, я понял, он, короче, залагал, забагался. Ничего страшного, ребят, бывает. Выбрасываем это все, выбрасываем гранатушки наши с вами. И улетаем, наверное, да? Так, давайте смотреть дальше. Меню выдачи привилегий показали. И меню короля взять броню здесь можем. Чё еще мы можем взять? Так, с ней туда зашел. Меню короля. Можем взять антидот, 300 паков, превратиться в босса и превратиться в выжившего. То есть, довольно-таки тоже неплохо и очень круто. Давайте выжившего. Ой, блин, я босса взял. Зачем? Ну ладно. В следующем раунде тогда выжившего себе возьмем. И будет очень круто. Только скорость у босса очень маленькая почему-то. То есть, смерть. Тут тип смерть. То есть, это дьявол получается. Немезида. Против, ну, зомби-класс такой. Так, окей. Ищем людей, ребят. Ищем. Осталось два... человечка, ребят. Я думаю, в этом раунде зомби, то есть, выиграют. Вот первый. Так, у нас, в принципе, паутинка же есть, ребят. Чем мы с вами-то тупим? Сейчас все будет. Остается три раза паутинку язануть. Смерть с косой. А, все, я понял, в чем прикол. Там просто чувак с подарочка нашел. Так, ну ничего страшного. Где зомби? Ой, парень здесь был. Вот он.
Вот он. Такс. А, я понял. Все, у нас остается, ребят, 0. А, то есть использовать паутинку в этом раунде нам уже 0 раз осталось. То есть все, закончилось, лимит закончился в этом раунде. Окей. Так, вот два человечка, которые мы сейчас убьем. Здесь 3 прыжка, я совершенно об этом забыл. Но мы сейчас с вами практически это вспомнили. Блин, текстурки не прогрузились, ну да ладно. Ой-ой-ой, что я сделал? Не успел, не добежал до зомби я, ребят. Так, окей. Отлично, убили просто, ребят, тизи. Так, остается последний человек. А, да, все, последний. Только где он находится, я понятия не имею. Ну да ладно, сейчас мы попробуем его найти. Может быть найдем, а может быть и нет. То есть, ребят, ну сервачок крутой, так что всем советую покупать на этом сервачке привилегии, очень годно. И при том привилегии, вот посмотрите, по 5 рублей, по 25, по 40, по 95, то есть очень круто. Так, давайте лезвие берем и давайте через меню короля, да, возьмем себе выжившего, ребят. Вот, все, отлично, я выживший. Только нам нужно было купить джетпак. Ну да ладно, у нас 3600 паков. Сейчас мы начнем мочить всех зомби. У нас, кстати, как видите, бесконечно амапаки, так как мы владелец. И, то есть, ребята, бесконечно амапаки даются всем владельцам. То есть, это очень круто. Так, давайте мы здесь стоять не будем, запрыгнем хотя бы вот сюда. И сейчас попробуем убить наших зомби. Вот, первый зомби лезет сюда, мы его сейчас убьем с вами. Убьем, я сказал, убьем, отлично, а убили, продолжаем. Так, спрыгуна вот этого, класс зомби. Ой-ой-ой, у нас уже половину хп снесли, так что, ребят, давайте будем убегать, наверное, тогда. Или вот здесь вот так потихонечку, просто потихонечку будем мочить, если будет, конечно же, получаться, в принципе, ребят. Почему бы и нет, вот так можем на паутинке, в принципе. И сейчас завалим того зомби, который, у которого очень мало хп. Вот он, драгоценный наш. Все, убили, все, можем улетать. Чтобы нас с вами не повредили. Так, зажимаем и убиваем, отлично. И вот этого класса, это Energy, скорее всего, для супер привилегий, там, для владельца, для спонсоров, то есть для создателей. Вот так. Так, ух ты, все, я понял. Замораживаем и улетаем. Остается два раза юзануть нашу паутинку с вами. И, в принципе, все, больше будет недоступно. Так, давайте убьем. Отлично, убили. Дальше зомби набегают, ребят, набегают наши зомби. Сейчас мы их с вами убьем. 146 хп, улетаем, ребят, 146 хп. И, в принципе, все, нам больше не будет доступно. 81 хп осталось, 30 хп, и нас убивают, ребят. Очень годная серия получилась, я надеюсь, ребят. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я надеюсь, вам это все понравилось, ребят. Заходите на сервачок, попробую вам выдать привилегию, если буду снимать и попадете на ролик. То есть я каждую серию раздаю привилегии. Так что, ребяшки, вот так. А кто хочет, может приобрести привилегию. Напоминаю, при покупке владельца за 200 рублей вам будут доступны бесконечно амапаки. То есть это очень круто. Так что все, ребяшки, буду заканчивать. Всем спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Ярвзес. Всем удачи и всем пока.